С Днем Победы казахстанцев поздравил и глава государства. 1 200 000 наших соотечественников отправились на фронт, половина из них не вернулась. Касым-Жомарт Токаев вспомнил отвагу героев войны Талгата Бигельдинова, Сергея Луганского, Леонида Беды, Алии Молдагуловой, Маншук Маметова, Ивана Павлова, Бауржана Момышулы и многих других. Их имена навсегда останутся в нашей памяти. Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением. Благодаря их мужеству, стойкости и патриотизму мы живем в мире и созидаем свое светлое будущее. Несмотря на то, что в этом году праздник проходит в особых условиях, никто из ветеранов не остался без нашего внимания и поддержки. От всей души желаю ветеранам здоровья, благополучия и бодрости духа. Пусть на нашей земле всегда царит мир.